Добрый день, дорогие читатели портала впенс.ру. Меня зовут Маслов Александр, и я являюсь барменом Казачок Бью. Сегодня мы будем готовить коктейль «Мимоза». Для этого нам понадобится 50 грамм мороженого, 150 грамм перского сока, 50 грамм ананасового сока и 10-15 грамм сахарного сиропа. Для начала мы добавляем лед в стакан, для того, чтобы охладить стакан. Дальше добавляем шейкером мороженое, 100 грамм. Ананасовый сок. Перцовый сок, 150 грамм. Мы добавляем 3-4 кубика льда и на протяжении 1 минуты мы взбалтываем. Добавляем трубочки. Коктейль готов.